продовжуємо. І поруч зі мною, як я обіцяла, є гість, лікар-дієтолог Роман Мазо. Доброго ранку, дякую, що завітали до нашої студії. Сьогодні ми будемо говорити на актуальну тему. Сніданок, так? З чого починається день? Безумовно, зі сніданку. Отож, розпочнемо з такого головного запитання. Що можна їсти на сніданок? Завтрак – это самый главный прием пищи в течение дня. Он может составлять до 25% общей калорийности за целый день. И каждый человек для себя принимает свое решение, как он будет завтракать. Классический украинец при социальных опросах в 72% из 100 ест жареную колбасу с яичницей или бутерброд, к сожалению, или сладкий чай и уходит на работу больше ничего не евши. Конечно же, это не корисно, так? А який же він правильний сніданок? Вопрос сложный, потому что каждый человек для себя может решить этот вопрос самостоятельно. Есть у него проблемы с лишним весом или нету проблемы с лишним весом? Когда он сможет поесть в следующий раз? Есть ли у него какие-то хронические заболевания, которые могут изменить его рацион? Поэтому, конечно же, лучше советоваться со своим врачом для того, чтобы эти советы не были выхолощенными. Потому что когда человек по интернету решает, что нужно 7 раз в неделю есть овсянку, и потом понимает, что ему неприятно, он чувствует себя некомфортно в течение дня, значит, это его, не его путь. Поэтому для кого-то это каша, для кого-то это творог, для кого-то это йогурт, может быть. Все зависит от его состояния здоровья и от того, что он будет делать в течение этого дня. Угу. Отож, как мы зрозуміли, колбасу есть не корисно. По утрам уж точно. Ні. А мясо, например, какие-то там филе курки, чи индички, корисно это? Могут быть, вот да. Розкажіть більш детальніше. То есть, это, опять же, не лучший вариант, конечно. То есть, оптимальный вариант – это какие-то сочетания в разные дни или творога, или, может быть, каши. Но многие мои клиенты говорят, я не ем по утрам творог, я не могу есть кашу. Конечно же, это может быть и фруктовый сок, это может быть и какой-то овощной салат, это может быть небольшой кусочек именно постного мяса или индейки, или курицы. Скажіть, а зрештою ще, хто хоче похудіти? Від яких продуктів, крім м'яса і солодощів, ще треба відмовитися вранці? Ну, это классические жирные продукты, то есть сливочное масло, жирные сорта мяса, жирные сорта птицы, рыбы. Это, наверное, не лучший вариант для утреннего приема. Мороженое. Так. Корисно чи пити чай чи каву вранці? Чи можна обмежитися просто пляшкою води? Я за воду, однозначно. То есть, если это не вода, то это может быть зеленый чай. Кофе только не сладкий, только в небольшом количестве и только по утрам. То есть кофе, когда человек принимает в течение дня несколько чашек, ВОЗ говорит максимум об одной чашке в день. Давайте зупинимося на овсянці, тому що дійсно от переглядачі і взагалі дуже багато кажуть, що овсянка дуже корисна, що там і в Англії сніданки починаються з вівсянки. Давайте розставимо деякі деталі цьому питанню. Чим все ж таки корисна вівсянка і чим не корисна? Це кладезь вітамінів і клітчатки. Но это также кладезь углеводов, поэтому для человека с излишним весом похудеть на овсянке будет крайне сложно. То есть овсянка может быть эпизодом, это может быть один, ну максимум два приема в течение недели, но ежедневный прием от овсянки, особенно так, как вот украинцы любят овсянку обязательно на молоке сделать, сладкую, с медом, она превращается вообще в какой-то сладкий компот или какой-то десерт, нежели кладезем витаминов. То есть это очень углеводистый продукт, и многие пациенты удивляются, почему я в своих вот рекомендациях не настаиваю на кашах. Они считают, что каша – это вот действительно какой-то миф такой вот публичный о том, что вот садись на овсянку утром, и все будет хорошо. Особенно сейчас у человека, который спешит, он всегда хочет овсянку быстрого приготовления. Вот это в пакетиках, да? Да, это вообще не овсянка, это некая такая киселеподобная масса получается с низким содержанием клетчатки, тем более. То есть кишечник на нее реагирует совершенно скорее как на зефир или на пирожные, нежели на хорошую клетчатку. Угу. Отож, як ми зрозуміли, у вівсянку не варто додавати масло. Якщо хочеш похудіти, да, який він класичний рецепт? Класичний рецепт – це овсянка на воді. Ну, там є різні рецепти – запарюючися, довговарящиеся, медленно варящиеся.
быстро варящиеся, но в любом случае это овсянка на воде, причем очень незначительное количество. А скільки можна її взагалі вживати? Розуміло, що це миску, якщо з'їсти, то це корисно не буде, так? Як, конечно, яка кількість? Да. То есть это 100-150 грамм максимум, уже готового продукта, не овсяных хлопьев, конечно. На дубу, так? Да, да, да. То есть я считаю, что, конечно же, это не продукт для ежедневного завтрака. Ну, 1-2 раза в неделю, наверное, это неплохо. Непогано, так тут тебе розмежовувати. Скажіть, а є якась різниця між сніданком для жінок, чоловіків і, зокрема, дітей? Давайте трішечки зупинимося на кожній категорії. Ну, я думаю, выделить нужно, наверное, все-таки возрастные категории, нежели половые особенности, потому что у пожилого человека снижены обменные процессы, у него, скорее всего, колораж дневной будет уменьшен, у него гиподинамия, он меньше двигается, то есть просто общее количество потребляющейся пищи всего дня, в том числе и утренней, будет, конечно же, уменьшено. Вот. Ребенок, наоборот, очень подвижен, он сожжет эту энергию намного проще, и для него утренний, конечно, прием пищи – это более калорийная продукция. Между мужчиной и женщиной, скорее, разницы нету. То есть каждый должен для себя понять, что все-таки завтрак ты должен съесть сам, обед разделить с другом, а врагу отдать ужин, по возможности. Угу. Хотя вот классический украинец, к сожалению, стремится съесть побольше к вечеру, да, и объясняет это какими-то бытовыми особенностями. На самом деле, вам даже пояснить, вранці мы поспешаем, в обед немає часу, а ввечері все, что есть, мы поглинаем, и это не є корисно, так? Да. Скажіть, є такі люди, які не можуть уявити початок свого дня без сніданку, а хтось просто примушує себе, чи варто себе примушувати снідати, от якщо воно, ну, геть не йде, їжа, до організму? Ну, очень сложно ломать вообще стереотипы. То есть, если слушать доктора, то, конечно, придется все-таки завтракать. Потому что доктор – это ничего изволите. Доктор не может все время подстраиваться под клиента. То есть, медицинская рекомендация, конечно, есть. Организм нуждается в этой энергии. У него первая половина дня очень напряженная. Поэтому, если он не поест, у него разыграется безумный аппетит совершенно к обеду. И в обед он, скорее всего, переест. То есть большинство моих пациентов это замечают и говорят: сделайте что-нибудь. Я говорю: давайте завтракать, давайте есть что-нибудь, давайте выпивать кефира стакан, давайте начинать с нежирного творога. И получается. Угу. Скажите, а солодощи вранці не корисно їсти? А коли ж корисно їсти солодощи? В який період дня? Ну, я бы сказал так, если и есть их, их как раз придется все-таки есть в первой половине дня. Вранці, так? Да. То есть, опять же, если мы говорим о том, зачем приходят к диетологу, то большинство пациентов приходят все-таки с целью похудения. Поэтому сладости я не могу порекомендовать ни в каком количестве. А если человек говорит о каком-то просто рациональном питании, и при этом у него проблем с лишним весом нету, то, конечно же, он, ну, вот он не может выпить кофе без сахара. Наверное, он все-таки положит эту ложечку сахара и, может быть, съест какое-то одно печенье. Но это, опять же, не может быть правилом, потому что классика говорит о том, что нужно постараться углеводы есть долгие. Это овощи, в первую очередь, это клетчатка, но никак не сладости. А тем, кто на диете, варто пить каву, чай, чи тільки воду, чи чай? Нет, скорее всего, это чай зеленый и вода. Вот. А кофе просто потому, что человек не может быстро изменить свои стереотипы, и он говорит, что я без завтрака и с кофе не могу проснуться. Поэтому, если он не произведет в этот день какого-то положительного какого-то эффекта, то он скажет, зачем мне такой день. Поэтому он, конечно же, выпьет кофе. Угу. Отож, что происходит с организмом, если мы не снидаем? У нас нет сил, так? И что еще? Ну, во-первых, у нас мозг позже просыпается, да, то есть наши все силы организма направлены на то, чтобы мы умственную деятельность свою поддерживали, поэтому голодный человек, он, скорее всего, будет первую половину дня стремиться к тому, чтобы поесть что-нибудь, вместо того, чтобы что-то mm-hmm. делать, мозг будет направлен на то, что он будет командовать хозяину: хозяин, я хочу есть, и да, доминанта сместится, он будет менее эффективен, то есть я считаю, что это абсолютно неправильно не по утрам не завтракать, да. То есть завтрак утренний – это нормальная практика. Дякую. Давайте зупинимося трішечки на монодієтах. Ось у мене подружка, коли дізналася, що завітає до мене лікар-дієтолог, каже, запитає, чи корисна кавунова дієта, тобто така монодієта там на яблуках, на сливах, на кавунах. Розставте, будь ласка, деталі в цьому питанні. Есть примерное представление о том, какое количество белков, жиров и углеводов в день человек должен потреблять. И значительные изменения в сторону увеличения какого-то вида продукта, например, повышение количества потребления углеводов или повышенного количества жиров или белка, может изменять обменные процессы в организме и не всегда в лучшую сторону.
Поэтому арбузная диета – это классическая монодиета с низким содержанием жира, что, в общем-то, неплохо, но и с низким содержанием белка, что категорически неприемлемо. У больных с пиелонефритами и с другими заболеваниями мочевыводящей системы с монодиеты, особенно вот с большим количеством жидкости, арбузная диета – это большое количество жидкости. Если ваша подруга спрашивала, она знает, что некоторые рекомендуют до 10 части массы тела на сегодняшний день потреблять арбуза. То есть, представьте себе, если она весит 60 килограмм, предположим, то есть она должна съесть 6 килограмм мякоти. Вот. То есть в этой мякоти огромное количество воды обычной, то есть она будет просто мучить весь целый день свои почки, понимаете. То есть, наверное, это не актуальная диета, то есть это больше похоже на какую-то моду. Вот. С той же эффективностью можно просто пить воду, ты, конечно же, не умрешь, вот. А арбуз – это, скорее всего, будет просто вода с сахаром. Вот, то есть там будет чуть больше калорий. И мужик, если заспокоивает, что все-таки мы что-то ему, да? Да, мы что-то едим, организм повышает количество глюкозы, то есть мозг находится, он несколькими способами может считывать информацию, голодный он или нет. То есть может из-за объема желудка, а может из-за уровня глюкозы в крови. И за счет арбуза, конечно, уровень глюкозы будет повыше. Вот. Но мы организм оставим без белка в этот день, и он этот белок возьмет совершенно не оттуда, откуда хотел бы. Да? То есть у него есть ресурс, но он совершенно не для этих целей предназначен. Это не є правильно и совсем не корисно. Да. То есть единственное, чего она добьется, она действительно похудеет. Но цена вопроса будет не очень здоровое питание в течение этих дней, когда она будет есть арбуз. И потом будет еще гирше, так? Напевно, для... То есть потом она просто будет несколько дней голодная, и она, скорее всего, восстановит весь свой энергетический баланс за счет некоторого переедания. То есть очень сложно будет удержаться, потому что ты неделю, ну вот как вот пишут в интернете, нужно неделю сидеть на этой диете. Люди говорят о каких-то фантастических результатах, там 5-7 килограммах в неделю, но это просто опасно для здоровья. То есть нормальное похудение в неделю – это до килограмма. До килограмма, ну, так? Максимум там 1,5-2 – это уже у людей с очень большим ожирением. И это происходит поступово. Не варто одразу відмовлятися від всього. Треба чи зменшувати порцію, трішечки витісняти солодощі, так? То есть первое, что слушает диетолог, это то, о чем, как питается этот пациент каждый день. И только потом, постепенно, изменяя его какие-то привычки, можно прийти к правильному питанию. А радикальное изменение рациона в течение одной недели может привести к колоссальной дисфории, к снижению аппетита, к снижению настроения и чаще всего к пищевому срыву. То есть он, скорее всего, на второй неделе скажет: «Я так не хочу, я так не могу, я не буду». То есть успех первой недели – будет неочевиден. І ще хочеться зупинитися на такому питанні, як хліб. Давайте розставимо крапки. Чи варто вживати хліб? Білий, чорний, який? Який корисно? І чи можливо взагалі прожити без хліба? Всегда нужно смотреть на человека, потому что общая рекомендация «давайте есть хлеб» или «давайте не есть хлеб» она всегда сложна, она совершенно выхолощена, потому что мы не понимаем, о ком мы сейчас говорим. О молодом человеке, о пожилом человеке, о беременной женщине или о старике. То есть такое общее представление о том, что хлеб всему голова, я опровергать не буду. Наверное, небольшое количество хлеба, ну, даже мои пациенты с избыточным весом, все равно едят. Но это десятки граммов, а не полбуханки в течение дня. Свежего горячего батона. Да, да. И чаще всего это, конечно же, серый или черный хлеб. Или вообще сухари, да. Ну, то есть это очень незначительное количество. То есть это не может быть продуктом трехразового приема в течение дня на завтрак, на обед и на ужин, а желательно еще на полдник и на второй ужин, а еще желательно там с мармеладом, да, каким-то или с маслом. Вот. То есть это не может быть десертом. Это должно быть каким-то небольшим дополнением, например, к хорошему обеду, может быть. Дякую вам. Ви зараз як лікар, у вас є змога побажати доброго ранку нашим глядачам і дати все ж таки такі узагальнюючі рекомендації про сніданок. Думайте о том, что вы едите. Хорошего вам настроения и приятного аппетита. Дякую вам. У нас в студії був лікар-дієтолог Роман Мазо. Ми ще раз вас чекаємо, тому що, я думаю, на тему сніданків і правильного харчування можна говорити годинами. Так? Дякую вам. Спасибо.